вечерний удослон, вечерний удослон, подлинный труженик наших времен. Привет, друзья! Говорит и показывает вечерний Кэмэл. Сегодня мы поговорим про то, как в очередной раз жидко обделался вечерний мудозвон. С чем он обделался в этот раз? Существует видео, ссылку я на него дам, где одна девчонка молодая, которая сейчас проживает в Нью-Йорке, по всей видимости, она не имеет гражданства Соединенных Штатов. Она рассказывает о том, что там происходит, кому дают выплаты за вот эту изоляцию, за карантин, что раздают продукты. И, разумеется, Соловьев оседлал скакуна, достал меч-леденец и пошел ее рубать. Ну, при этом он обосрался. Почему он обосрался? Да потому что господин Соловьев не готовится к этому эфиру. Специально для Владимира Рудольфовича сообщаю, что если ты что-то говоришь в интернете, не на госканалах, а именно в интернете, что-то вещаешь, что ты должен быть готов к тому, что тебе прилетит ответка. А ты к этому не привык, да, Рудольфович? И тебе она прилетела. Прилетела из города Нью-Йорка. Вот здесь вот. Можно посмотреть. Видео длинное, около часа, но поверьте, это того стоит. Парень, который живет в Нью-Йорке, живет очень давно, русскоязычный, он разбирает по полочкам все, о чем говорит Соловьев. Соловьев сказал, он ответил. Соловьев сказал, он ответил. И на таким образом построено все видео. Что же, где он там ошибся? Да он ошибся везде. Он врал, как дышал. Ну, для него не привыкать. У него это нормальное состояние. Он вообще у нас любитель не только врать, но и перебываться в воздухе. Ему пора присвоить звание заслуженная проститутка России. Достаточно вспомнить о том, что он говорил про Крым ранее, до 2014 года, и что после 2014 года. Найдите сами. Поверьте, обхохочетесь. Значит, что касается выплаты $1200. Там действительно получили не все, здесь он прав. Но для того, чтобы не получить это, ты должен получать не менее $75,000 в год. Как человек, который смотрит за американской жизнью, это я про себя говорю, подписан на некоторых людей, которые проживают в США, могу сказать, что это большие деньги. Это $6000 в месяц, это очень большие деньги. Ребята, если переведем в рубли, то это полмиллиона рублей в месяц. Это огромные деньги, в Америке их далеко не все получают. И поэтому эти выплаты прошли и получили их многие. Вот здесь есть ссылки о том, что люди получают. Вот на один канал, на второй канал. И все довольны, все гогочат. А Владимиру Рудольфовичу хочется пожелать. Готовьтесь к эфирам, в интернете особенно. Вгоните в шею своих помощников, которые вам так там ничего не могли в эфире подсказать. Выкиньте их на свалку. Если уж вы сами не в состоянии ничего говорить. И второй мой совет. Пожалуйста, не сидите с менторским тоном таким. Подойдите ближе. Ты сам подойди ближе, ёбаное чучело, блядь. Если ты хочешь сказать, что я боюсь ответить за свои слова в интернете, то, пожалуйста, легко, приезжай в Пензу, мы с тобой побеседуем, я тебе скажу это то же самое. Если, конечно, ты приедешь. Без телохранителей. Раз на раз. За гаражами. Ну, в общем, как-то так, ребят. Живите своей головой, еще раз говорю, проверяйте любую информацию, потому что лжи, неточностей, преднамеренного обмана очень-очень много. Поэтому информацию надо проверять и нужно делать из нее правильные выводы. С вами был Вечерний Кэмэл. Оставайтесь, здесь интересно. Вечерний мудозвон, вечерний мудозвон, подлинный труженик наших времен.